Всем здорово, пацаны, у микрофона, как обычно, Рош, ребята. Сегодня со мной Костик Медиум, это киберспортсмен, вообще киберспортсмен по всем играм. Короче, здорово, Костик. Здорово всем. Ребята, мы находимся в PUBG Mobile, вот спросите, зачем? А потому что, ребята, в PUBG Mobile вышло обновление, коллаба по сериалам по Лиге Легенд, Аркейн, ребята, и сегодня... О, Костя, нифига ты танцуешь, нормально. Короче, сегодня, ребята, мы с вами посмотрим этот режим, потому что там просто куча нового контента, ребята. Поэтому, Костик, я предлагаю тебе запускаться, как бы. И мы погнали к ролику, ребята. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Качай PUBG Mobile по ссылочке в описании, блин, братанчик. И давай играть вместе. Если что, мой ID, вот он, как бы добавляйтесь, блин, ребята, будем играть. Все, мы погнали к ролику! Так, ну, Костян, ну давай, короче, Эрангель мы запускаем, Эрангель запускаем, как бы, сейчас. Нам нужно сейчас с тобой будет высадиться на остров, Сияющий остров. Это там, короче, лут прикольный, во-первых. Во-вторых, у нас будет с тобой, ну, как бы, иммунитет, понимаешь? Если нас там завалят, нас просто на обычную карту выкинут. Вот и все. Тут, по-моему, вообще всяких плюшек добавили, я запускал, там вообще приколюхи всякие интересные. Ну, вот это... Вы не потерпите поражение, если высадитесь на Сияющий остров в начале дэтматча, до того, как он станет активен. Ищите лагерь, победите охранников, чтобы получить припасы и хекс-кристалл. Используйте хекс-кристалл для обмена на припасы в портативном магазине. Окей. Поднимитесь по гравитационному потоку, чтобы достичь острова чемпиона. Охренеть. Прикинь, сколько всего добавили просто жесткого. Так, вот именно за это я и люблю PUBG Mobile. PUBG Mobile Top 1. Блин, тут у вас столько обновлений происходит. Это жесть просто, блин. У нас бы столько обновлений происходило, столько контента бы закидывали, было бы супер. Так, бро, давай, нам нужно на остров. Нам можно... Давай на ближний. Давай на ближний. На ближний. А, или подожди, да, давай на ближний, потому что там и лагеря рядом, во-первых, и остров чемпионов не особо далеко будет. Давай, давай, вот на Милту. Просто там сейчас будет мясо, я так думаю. Думаешь? Уверен. Да, около Ясной, если падать. Ты... А если вот на второй остров падать? Нет, я на Милту имел в виду, да. А, давай на Милту. С другой стороны, давай на Милту, короче, и все, мы там прыгаем, как бы. Но нам главное не умереть. Смотри, они парящие, брат. А, все, летим туда, бро! Тут еще, прикинь, даже есть мобы, которые историю всего рассказывают. Их тоже обязательно найдем. Короче, это очень прикольно. Это интерактивчики, это классно. Подожди, брат, так остров вообще маленький. Нас сейчас зарубят с тобой. Ну это как микропочинки. Страшно, что... очень страшно. Костян, сразу лутаемся, брат. Сразу лутаемся. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Вот, бери сразу. Нифига, я какой-то ящик нашел. Подожди, что за... О, аптечечки, аптечечки. Все лутаем, все лутаем, все, что можно, брат. Нам главное выжить. Я не хочу сразу просто слиться на этом острове. Давай будем держаться вместе. Опа, подожди, там уже в доме есть, слышь, чел. А, там... броню вот тут возьми на меня. Подожди, подожди, бро. Подожди, 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 бро. Сейчас я все залутаю, просто все. Там какой-то чел бегает в доме, мне уже страшно. Костя! Костя, он рядом! Ты где? Я иду. Бро, иду, ты... иду. А все, я тебя вижу. А я лутаю. Это был ты, Костя. Ага, понял. Я тупой, ладно, окей, окей, окей. Так, более вот это, все, я вообще, мой принцип игры в PUBG Mobile, короче, это я просто лутаю все, что возможно, бро. Все, что возможно, мне бы что-нибудь прикольное найти, типа, тихо. Там чел с пулемета зажимает. Охренеть. Ну, слушай, неплохо. Ну, то, так, а сколько там их много, по-моему, вообще высадилось, да хренища, по-моему, даже. А, они вот тут оно. Прям, бро, их там двое, думаешь? Да, их там двое, я точно знаю. Накоцал прям хорошо, блин, как громко. Вырубил одного. А что, они вот такие валяются? Хорошо! Да, да. А, бро, меня вырубили, убей! Убей! Сейчас, подожди. Подними, у меня подними. Перезарядка. Нет, я не хочу на Эрангель! Я хочу здесь быть! Костя, подними, бро! Подними, Костя, бро! Костик! Все нормально, без паники! Отставить суету! Спасибо, Костя! Подожди, сейчас я сделаю кое-что. Костя, сейчас сдохну, брат! Погнали! Костя, нас сейчас прибьют, я тебя в сейф тащу, все хорошо. Подними, пожалуйста, я не хочу умирать таким молодым, не хочу на Эрангель, мне понравилось на этом острове чемпионов. Я жив, спасибо, Костя, ты просто мой спаситель, я тебе говорил об этом уже. Так, брат, наша задача, короче, уничтожить всех на этом острове. Через 6 минут. На этом острове осталось еще 2 человека. Минута, так, сколько времени прошло, интересно, потому что на 6,5 минуте появится портальчик. Так, ну смотри, нам тут больше оставаться нет смысла, предлагаю лететь за приключениями вниз. Десантируемся, брат. Ну, я не знаю, что будет, но я хочу проверить. Давай. Золотовы! 20 секунд. Летим в сторону этого. Костян, в сторону точки.
Ты слишком далеко, брат. Давай в лагерь поджигателей, бро. Не, у нас 17 секунд до этого, до телепорта. Вон, видишь портал? Вот нам туда надо. Через 17 секунд он уже будет. Не вижу, где. Подожди. Прямо передо мной. Жди меня. Меня выкинуло далеко от тебя. Бро, жди меня, без меня не ходи. Я хочу тоже портал, бро. Да я тоже жду. Они уже синие. Вижу, он у меня просто долго прогружался. Офигеть! А ты внизу где-то? Да, я за тебя, бро. Все, жди меня. Без меня не десантируйся туда, бро. Ух, блин, интересно. Сейчас мы попадем, короче, пацаны, на остров чемпионов. Ой, брат, там бежит за тобой, слышь? Кто? Где? Чел бежит за тобой, сзади. Не вижу. Давай, беги сюда, я прикрою, если что. Да я его вон, нокаутировал, бро. Нокаутировал его. Нокаутировал. Хорош. Почему тебе фраг засчитали? Я же нокаутировал. Нет, он просто лег в траву. А, понял, бро. Все, так, подожди, жди меня. Жду. Сейчас кинет, вот по идее, на вот этот остров, как раз таки, который над нами появился. Да, остров чемпионов, да. Там, короче, есть различные персонажи из Аркейн. И мы сами, по факту, должны сейчас превратиться в персонажа из Аркейн, бро. У нас это круто. Суперспособ. Погнали. О, я полетел, бро. Ой, я тоже лечу. У меня трансформация происходит. Это мобильная игра, брат. Ты просто посмотри, как... Брат, самолет! Ни хрена себе. Охренеть, а почему бро? Мы одинаковые? Я думал, мы разные персонажи. Я не знаю, бро. Так, ну все, нам нужно, короче, хекс... О, бро, я вижу хекс кристаллы. Я тоже вижу. Смотри, тут приколюхи какие-то, зелья. Слышь, а что это за зелья, бро? Я не знаю. Я просто бегаю, собираю все, что вижу пока что. О, подожди, а это не собираю... Зелья не берется. Это, наверное, хил, слышишь? Да, наверное, да, хил. Подходишь, бро. И регенеришь. Подожди, мы какой-то хренью стреляем, прикольный, бро. Ты стрелял? Нет еще, но это типа миниган, может быть. Давай зажмем его. Подожди. Пошел! Подожди, это там еще чувак рандомный, слышь? Какой рандомный? Это боты. А, это боты? Бро, да. убивай! Вот есть, это поджигатель. Хорошо, уничтожили. Там с него всех с кристалла упали. Да, вижу, бро. Бро, давай, уничтожай его. Блин, прикольно. Помогаю. Я убил. Нет, не убил. Тихо. Фух, все, хорошо. Теперь убил. Бро, но мы их нашли, мы их уничтожили. Подхил. Ну-ка, вот сейчас проверим, хил это или нет. Смотри, там какой-то этот ящик выпал, брат. Да, это хил. Да, там. Это на фулку хилит. Это на фулку хилит, слышь. Да. У нас, походу, гости. Гости? Да. Кто звал гостей? Костян, это ты пригласил, бро? Не, они сами. Так, хекс. Да, нет, там реально люди, слышишь? Да, я слышал, да, слышал. О! Тихо! Бро! Вот это настоящий чел, по-моему. Я понял. Да, это настоящий чел. А, сзади еще один! Зажимай! Бро! Брат, хорошо! Куда его? Мы можем! Мы команда! Слышь, а стой, я хочу проверить, что мне дает вот эта моя сила. Подожди, бро. Ого! Ни хрена себе! Подожди, а брат, вот там чела я вижу чела, подожди сейчас. Пошла, родная! Смотри, прикольный красиво. Обалдеть, круто. А, она быстро прям заряжается, слышь? Серьезно? Прикол. Ах, нет. Пошли, нам, давай я предлагаю... Бро, я предлагаю найти ботов, короче, которые нам расскажут историю Аркейна. Мне очень интересно. Да, давай. Сейчас этим мы займемся обязательно, но я хочу вот этих челов сначала убить. Давай. Блин, вот там один фармит стоит, как раз такой же чел. Костя, мы можем. Давай. О, я тоже... Блин, сейчас 50 еще, 50. Я наяриваю своего чела. Бро, их там двое! Я убил одного. Сверху летит, брат. Перезарядка. О, это что такое? Это вот поджигатель как раз таки. Тот самый. Бро, блин, подожди, я иду помогать. Перезарядка. Костя, там еще сбоку двое. Я убью поджигателя. Найс. Хорошо, уничтожил его. Бро. Еще сбоку. Стоп, а я могу пользоваться его? Нужна помощь. Блин, я не могу пользоваться его этим, я думаю. Убил. Хорошо. Еще у меня. Мы вообще всех с тобой, Костя, разматываем, ты в натуре киберспортсмен. Еще убил. Отлично, бро. А мне интересно, куда пропадают эти люди? А вот сзади бегают. Костя, бро, мы дрим тим, бро. Да. Смотри, пойдем по хил возьми хил. Сзади тебя еще один этот был. Вижу, подожди. И там хекс кристалл еще вижу. Подожди, бро. Вот еще. Найс, мужик, найс, хорошо. Слушай, неплохо наяриваем. Да. Блин, пошли искать людей. А сколько у тебя фрагов, слышь, молодой? 8. Вот ты все фраги заселил, кибератлет. Ладно, главное не фраги, главное командная работа, пацаны. И главное, что у нас в руках огромные стреляющие пылесосы. Или утюги. Смотри, тут какие-то фиолетовые ящики. Где портал? Это зона, да, наша, типа, это граница. Ну это да, это граница этого, скорее всего. Ты, что это за штука у нас в руках, бро? Что, ты видел, как она перезаряжается? Он какой-то утюг достает и новый утюг туда вставляет. Ой, нас тут стреляют. Там снайпер где-то. Попали, по мне попали, бро. Так, а нам куда надо? Да блин! Он мне стреляет. Откуда он наяривает? Я пойду похилю. Сзади со спины. Сзади со спины? Да. Так я ему сейчас вломлю пойду. Я его сейчас с ракеты уничтожу, брат. Слушай,
Слушай, бро, он, кажется, испугался и спрятался. Ну, конечно, нифига себе, X-Medium и кумир черт, ты против него выскочили, как бы, ну, братан, я бы тоже обосрался. Так, давай, короче, смотреть дальше. А вон я вижу на карте нарисовано... Открой карту, там нарисовано лицо чье-то. Там, возможно, это персонаж какой-то. Подожди, это лагерь, бро, это лагерь. Погнали, погнали, погнали. Ты попробуй перезаряди. Не, это персонаж. А вот тут лагерь у нас, по идее. Ты кто? А это враг. Еще поджигатель, еще один поджигатель. Второго уровня, бро. У меня кулаками тут наяривает пацан. В натуре? Расправься с ним, я поджигателя. Уничтожил поджигателя, брат. Я уничтожил поджигателя, все в порядке, Костя. У нас еще и бесконечные патроны на этом утюге, слышь. Так, я убил человека. Хорош, хорош. Бро, подожди. Это лагерь, видишь, здесь хекс-кристаллы. На мапе же там обозначения написаны, бро. И можем обменять. А куда потом? Подожди, а мы можем, нажми на них, бро, и мы можем взять себе наборы оружия. Наборы оружия. О, даже так? Да. О, 90, 40. Там авика можно. Авик за 90. Ну, у меня только 40. А у тебя сколько? У меня 68. Фига ты! Ну конечно, на стиле. А ты убил этого поджигателя? Да, да, да. Все, замечательно. Тогда мы сейчас что делаем-то? Так вот, давай бегать, просто хекс кристалла собирать. Хороший план, брат. Слушай, мне кажется, мы зачистили этот остров просто до нельзя, бро. Так нет, они перереспавнивают. Капец, маленький шрифт. Подожди. Ты что, Танос, что ли? У тебя перчатки Таноса? Подожди, я один раз закатку могу сменить. Оу! Смотри просто, какой я мощный, бро! Хукаю их! Опа, я смотри, какой стал. А ну сюда иди. Что это такое? Охренеть. Нормально, у меня перчатка. У меня оружие ближнего боя. У тебя дальний бой? У меня дальний бой, да. Смотри, я еще разгоняться могу на бегу, херачить. Обалдеть. Бро, слушай, может быть прыгнем на Эрангель? Так, ну смотри, у нас уже зона идет, кстати. Нам надо прыгать на Эрангель. А как отсюда свалить? Да. Мы, короче, прыгаем, бро, и тогда тратим наши хекс-кристаллы на лут, и все, и катим убивать. Так, на короткое время увеличивает выходную мощность. Подожди, а я что могу сделать? Ну-ка, стой, бро. Нет цели. Так, вот, так, да, выход. Смотри, цель, нажимаешь бро. Выход, и все, и улетаем. О, Джинкс, подожди, так мы же тоже Джинкс. Мы тоже Джинксы. Мы в какой-то степени тоже, брат, Джинкс. Короче, пацаны, в прошлой катке мы с Костей с вами вам не успели показать, но я очень хотел посмотреть, как здесь NPC работает. Давай поговорим, короче, узнаем историю. Брат, выглядишь паршиво, вот, держи, бут, и все вокруг, все будет выглядеть хуже. Чего? Вот ты на меня пялишься, а? Посмотри-ка лучше туда. Подожди, а что там? Куда туда? Я бы не отказался взрывать все подряд на этом острове до скончания веков. Фига, прикольно. Вот и иди расстреляй кого-нибудь. Она говорит, иди расстрелять кого-нибудь. А, она говорит, вот тебе. Она дает эти, по-моему. Я как бы, я, говорит, как будто смотрю супер... Слушай, подожди, что, 100 человек сражаются на смерть, это вечеринка, помни. Она говорит, я как будто смотрю супер-пупер классное зеркало, слышишь? Чисто 3 джинкса. Да-да-да. То чувство, когда ни разу не льстишь себе. Джинкс пришла в движение, устроила хаос. Она убегает куда-то. А! Костян, так там борьба началась. Не на жизнь, а на смерть, слышь? Это я дерусь. А, да? Ну, короче, в общем-то, вот такой вот NPC здесь, ребята, работает, короче. Мы идем дальше в прошлую каточку. Выход. Полетели. Мы где? Брат, подожди, я за тобой. Ставь метку куда хочешь, я за тобой. А давай вот сюда просто вниз упадем, тут машина как раз есть. Блин, брат, я слишком далеко. Ну да ладно, слушай. Все, давай сразу лут купим, попробуем за хекс креста. О, машина, это же та тачка крутая. Это же одна из самых быстрых. Подожди, все, бро, я заказал. Сказал, брат, все, авик. Так, так это ящик, я думал, тут сейчас что-нибудь интересное появится. Вот, идеально. Всё, найс. Подожди, на, забирай, брат. Че, он не подходит? Он не подходит, я думал. Ты можешь мне еще один магазин купить, кстати? Да, у меня только 12 осталось, бро. А там 5 оно стоит. Там, я слышал, кто-то летает уже, нифига себе, обалдели. Так, ну, давай мы куда-нибудь с тобой уедем, поехали, покатаемся, нам топ-1 нужно. Уже 14 осталось, да, это топ-1, брат, скорее всего, типа, мы же с тобой жестики, мы же жестики. Ну, не факт, если сейчас вот мы не приедем в какую-нибудь задницу, а вон чел едет. Дай руль. Давай, бро. Поехали наяривать. Едем в соседнее село на дискотеку. Мы сейчас драться будем, сразу говорю. Я понял, бро. Все, давай. Я готов. Вон еще там эти. Наяривай его. Подожди, брат, М-ку надо давай, взять. Давай. Наяривай. Хорош. Хорошо, уронил его, брат, нокнул. Там капец сейчас будет, бро, там, по-моему, сейчас будет бой. Забиваю его. Не зажися насмерть. Там еще чел. Все, вижу, брат, уезжай, у меня нету денег. Так, в дом заходи быстрей. Подожди, брат. Страшно, у меня нету хп вообще. У меня... Без паники. Да страшно, брат. Ты, конечно, блин, по мобайл играешь днями и ночами, наверное. Вообще без паники сидишь. У нас челы!
Хорош, Костя, что творишь? Ты что, ты бешеный? Я сейчас перепугался, блин. Подожди. Короче, набор симуляторов, брат, он, во-первых, есть набор симуляторов, которые восстанавливают здоровье, братанчик, это набор симуляторов. А также есть набор парения, который дает возможность парить в воздухе, братик. Ну, например, прыгаешь с крыши и можешь парить. Что, бро, осталось двое, слышь, зона. Да, кстати, осталось двое, они, скорее всего, в школе. Один. Бро, они в школе, да, думаешь? Да, зона на нас, мы вообще просто сидим с кайфом здесь. Все, понял, я на авике их держу, я пойду на крышку залезу, короче, брат, на крышку, и это, буду разматывать, хорошо? А они бегут со школы уже, все, да? Понял, где они? Я, а, вон второй около школы, левее на 170 за будкой, вон бегает он. А, вот все, ладно, я этого, короче, караулю, бро, давай, ты давай, бери на себя, я этого караулю, все. И мы берем топ-1, чисто, чикен динер, чисто. Сейчас зона, ну, до него дойдет. Кому зона ведет? Сейчас зона до него дойдет, ему, о, вон он вылазить пытается, смотри, подожди, бро, он пытается вылазить там из-за щита потихоньку. Попал. Бро, посмотри назад. А, это я знаю. Да, мы на краю. И что делать будем? Че, зона-то у нас, мы в круге. Ой, они что, умрут просто за зоной, слышишь? Ну зато я там топ-1, бро. Спасибо, я, короче, потанцую просто. НТ, бро. Один сдох за зоной, второй тоже сейчас сдохнет за зоной. Найс, дай пятюню киберспортивную, бро. Вот так вот танцы пошли финальные. Танцы под дождем, и мы с тобой вдвоем. Один сидит, зону перехиливает. Зачем? Непонятно. Ну, сейчас вылезет и просто минус. А, вон он вышел. Вон он просто умер от зоны. Чикен, динер, пацаны, нормально, нормально, хорошо, ну Костя MVP, короче, но мы затащили режим классный, пацаны, очень прикольно, что в PUBG Mobile добавляют столько нового контента, это реально классно, пацаны, если что, ссылочка на PUBG Mobile оставляю в описании, пацаны, быстренько залетаем и играем вместе, скачиваем PUBG Mobile, короче, играем вместе, идею я вам показал, добавляйте, друзья, будем играть вместе, все, ну, а у микрофона, как обычно, был Rush, ссылочка, если что, ребята, на X-Medium есть в описании, тоже подписывайтесь, ребята, ну, прямо сейчас тыкайте на этот ролик, ведь он получился очень классный, я над ним очень старался, пацаны, смотрите его до конца, все, всем пока-пока! Пока-пока, ребят!